Всем доброго времени суток, с вами Ник Вин. Сегодня буду делать jailbreak на iPhone 4S. Данный способ способен установить jailbreak только на iPhone 4S и на iPad 2. Для этого нам потребуется прошивка 5.0.1, и версия прошивки должна быть 9i46. Также возможна установка jailbreak подобным способом на версию прошивки 9i405. Еще раз. У вас должно быть устройство или iPad 2, или iPhone 4S с прошивкой 5.0.1 и с версией прошивки 9i405 или 9i406. Если хотя бы один из данных пунктов у вас не совпадает, не старайтесь делать jailbreak, вы можете навредить своему устройству. Подсоединяем свое устройство к компьютеру. Открываем программку AppSense, которая установлена на компьютер. И нажимаем jailbreak. Ждем завершения установки, которое займет 5-10 минут. Stay tonight, come on, soothe my mind. Oh, honey. Oh, come on, stay tonight. Завершающий момент установки. Смартфон уже можно отсоединять от компьютера. Крайне желательно иметь Wi-Fi сеть, так как программа будет скачивать операционную систему, которая занимает ни много ни мало 803 мегабайта. Thank you.
На этом установка подходит к концу. Можете себя поздравить, вы взломали iPhone. Но это не все. Для того, чтобы качать бесплатное приложение, нужно добавить репозитив. Заходим в CDU, нажимаем User, Manager, Source, Edit, Add. Вводим здесь ссылку для скачивания. cdia.hakulo.us. Edit anyway. Ждем, пока Installus установится. Это программа для скачивания бесплатных приложений. Нажимаем Upgrade. Теперь нам нужно зайти в Handlock US. Найти здесь Installus 4. Вот он. Install, устанавливаем его. 37 мегабайта занимает. И ждем. Итак, устройство перезагрузилось, это абсолютно нормально, не пугайтесь. Теперь у нас на рабочем столе есть иконка Installus. Заходим в это приложение. Сейчас оно подзагрузится. Так, вот домашняя страница этого приложения. Заходим в раздел «Браузер». Ждем, пока все загрузится. Теперь здесь можно выбрать тематику приложения, будь то Education, Finance, Games, Utility и так далее. Я зашел в Games, выберу сейчас какое-то приложение, то есть игру, которая занимает мало, чтобы я просто наглядно показать, как скачать отсюда приложение. Видно, что здесь такие же скриншоты, как и в App Store. Пускай это будет это приложение, который занимает 43,2 мегабайта и стоит в App Store 99 центов. Я его сейчас скачаю абсолютно бесплатно. Нажимаем на эту ссылку. Вводим в поле все, что нарисовано на картинке справа. Итак, по ссылке мы пришли на файлообменник, где сохраняется API файл игры. Как вы знаете, на каждом файлообменнике есть два режима скачивания, платные и бесплатные. Выбирайте бесплатные. Каких-то 10 секунд, и у вас есть прямая ссылка для скачивания. Нажимаем Check Here to Download, и скачивание начинается.
Что-то не совсем оно хочет качать его. А вот, стартед начало скачивать. Итак, приложение уже загрузилось, нажимаем на него, нажимаем Install. Ждем, пока приложение установится на iPhone. Выскочила иконка, которая гласит, что приложение уже установлено. Находим его на рабочем столе, запускаем и играем. Все просто. На этом все, с вами был Ник Грин, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!